Привет всем! Меня есть хомячок. Как зовут твоего хомячка? Ой, аккуратно. Он здесь. Как зовут хомячка твоего, девочка моя? Он Пончик. Пончик, он хороший. Да? Ты его любишь? Да. А где он тебе, в клеточке живет? Да. Я мой клеточка и Фредди. Как здорово у тебя все происходит. Я в шоке. Нет. Ясно. А я крыса вам. Я две зубы. Ну, у меня есть две зубы. У меня у Даши есть одинаковый зуб. Ничего себе. Ее тоже, как у меня зуб. Зубки, да? Ее цветочки. И звездочка ее. Ясно. Хорошо. Пончик там жив, я не пойму. Да, Пончик жив. Уже все с ним хорошо, ты его не сильно давишь? Или что-то сильно непонятно? Он как бы не двигается что-то. Все нормально с ним? Да. А, ну ты его в ладошки хоть положи, ты его как котлету держишь. Да. Ну положи его в ладошки. Это ж не котлета. Ну как-то ты прям его странно держишь, слушай. Ну в ладошки положи аккуратно. Ты его словила? Вот это, он убегает. А, ну ты аккуратно его лови, тут я его сильно не придавила. Он меня не боится, меня не кусает. Это очень хорошо, зайка моя. Я тебя люблю. Кошечка моя. Да ничего. Златочка, я тебя люблю. И я тебя, мама. Пока. Целую.